Сегодняшний праздник, праздник День Республики, я считаю, очень знаменателен, особенно для молодежи. Почему? Потому что у нас много праздников в году бывает, но этот день, День Республики, это о нас, о той республике, в которой мы живем, о той республике, в которой мы песни поем. Поэтому я считаю, что и дети, и подростки, и молодежь должны особо бережно относиться к этому празднику. И этот праздник, я думаю, что очень важен для наших дедов, прадедов, для наших родителей, когда они вернулись после ссылки. Они ведь вернулись не просто домой, они вернулись в восстановленную республику. Они работали на протяжении всей своей жизни, восстанавливая республику, поднимая ее из руин, создавая новые фабрики, заводы. Но самое главное еще, на мой взгляд, что эта республика во все времена была в составе России, единой, могучей, сильной страны. И сегодня, вот в эти очень такие сложные дни, мы чувствуем себя не просто республикой, республикой автономной, которая называется Калмыкия. Мы находимся в составе огромной России, и мы готовы, наши дети, наши мальчики, готовы защищать рубежи нашей страны. У нас в республике живет очень много национальностей, и очень важно, что мы относимся друг к другу с большим-большим уважением, уважая традиции других народов, другие народы уважают наши традиции. И если мы сегодня говорим о единении, значит, мы говорим о том, что мы вместе. Работая с детьми республики, молодежи республики, сегодня могу сказать, что наши дети не просто продвинутые, а самые умные, самые понимающие, самые замечательные. И во имя этих детей стоит работать, стоит развиваться и нам, уже пожилым людям, потому что эти дети многому и нас учат. Но жизнь народа заключается еще и в том, что без традиций, без культуры, без языка, без понимания, как таковой республики не будет. И это понимают наши дети, понимает наша молодежь и старается все это развить, старается это все внедрить вот именно в нашу жизнь. И я говорю это о детях республики. И все, что вот мы делаем, это не просто там любовь к детям, как мы говорим, да, это наше будущее. Это продвинутое будущее, думающее будущее, это светлое будущее.